проблема. Спасибо. Позор! Господин, позор! Еще раз хочу сказать, вот поведение Николая Николаевича, когда он не пускает, не дает мне возможность. Я просто хотел спросить, я вам еще раз говорю, да, что те решения, которые будут приниматься, да, они точно будут приниматься во благо людей. Вы послушайте. Не сами говорите, а послушайте. Не группы людей. И Николай Николаевич. Вы не послушайте. Может, кто решает? Находите все. Так решила фракция! Во всех районах, которые присняли, скажите, что не пройдет этот закон. Вице-губернатор Саратовской области. Я клоун. Вот так вот. Района не хотят, чтобы присоединились. Скажите, что вы будете против голосовать. Скажите людям. Это красный текстильщик, Александровка, Березный Рейх. Скажите, что вы против. Во-первых, были слушания. Да, и все против высказались. Послушайте. Все. Вы будете против голосовать. Они приехали к вам обратиться в том числе. Вадим, ну посмотрите. Посмотрите. Вот, это жители. Услышьте их. Они пришли наказы нам с вами дать, чтобы мы не поддержали эту поганую инициативу. Они льгот лишатся. Проголосуйте против. Проголосуйте за присоединение. Вы скажите им, обратитесь мы к ним сейчас. Мы против присоединения. Вы не поддержите же это? Глаза не прячьте. Прошли слушания. Я не планирую пять назад. Прошли слушания по этому поводу. Все было принято решение большинством населения. Против людей. Против людей.